Приветствую вас, возлюбленные в Господе, дорогие братья и сестры. С сегодняшнего дня мы начинаем рубрику под названием «Делимся размышлениями для наставления, ободрения и созидания друг друга во Христе Иисусе, Господе нашим и Спасителе нашим». Сегодня для нашего наставления, ободрения и созидания в истине хотелось бы предложить текст, записанный в первом послании апостола Павла к Коринфянам, 10 глава, 13 стих. «Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Мы живем в непростое время, и сегодняшний день не является исключением. Испытания, скорби, страдания, искушения и соблазны – это то, с чем нам, как христианам, приходится сталкиваться в каждом дне нашей христианской духовной жизни. Под давлением всего этого нам очень часто может казаться, что все это настолько тяжело для нас, что мы не выдержим и вот-вот вот надломимся и просто-напросто разобьемся настолько сильно, что уже никогда не сможем восстановиться. Текст, который сегодня предложен для нас, говорит об обратном и преисполнен словами утешения. Апостол Павел провозглашает и утверждает истину о том, что несмотря на то, что мы можем сталкиваться с сильными давлениями, Господь верен в том, чтобы нас, детей своих, поддерживать. А это значит – что каждый из нас может неизменно полагаться на Него. Мы можем считать, что наши личные испытания слишком тяжелы, чтобы выдержать их, что мы оставлены наедине с ними и при этом очень часто забываем истину о том, что в нашей жизни есть Господь и Спаситель Иисус Христос, который верен своему Слову, и Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил но дарует нам и облегчение для того, чтобы мы могли все перенести. Он в этом заинтересован, и Он этого хочет по отношению к нашей жизни. Не для того Он умер за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, чтобы нас, тех, кто доверился Ему, оставить и этим самым просто навсего подвести нас. Иисус Христос сам прошел путь страданий и Он знает, как помочь всем, кто сталкивается с трудностями. На основании прочитанного текста мы видим, что для тех, кто изнемогает под давлением разного рода искушений, победа в конечном результате от Господа гарантирована. Ибо, во-первых, Он верен своим обещаниям. Во-вторых, Он не попустит нам быть искушаемыми сверх сил. В-третьих, при искушении Он дает для нас облегчение. И в-четвертых, Он силою Своей дает нам все искушения перенести. Следовательно, давайте ободримся в нашем уповании на Господа, в руках которого наша жизнь. Ему слава во веки веков. Аминь.